Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Не успели фанаты привыкнуть, что их любимый исполнитель похудел и буквально превратился в собственную тень, как он подкинул новые поводы для переживаний. Неожиданно для всех Дима Билан побрился налысо и уехал в Исландию. Поклонники утвердились во мнении, у певца обнаружили страшную болезнь и он отправился на лечение. При этом Билан свою экстравагантную прическу объясняет прозаичнее. «Я просто решил, а почему нет? Кто сказал, что я не могу побриться налысо? И я это сделал просто. Не то что для кого-то, а для себя», цитирует ntv.ru Диму Билана. И у внезапной поездки в Исландию нашлось объяснение. «Я снял ролик недавно, и мне очень хотелось обновиться. Я поехал в Исландию». Но это такие поиски приятные абсолютно. Что же касается болезни, то и тут Дима Билан решил не темнить и рассказал все как есть. По его словам, он прекрасно себя чувствует, только рука побаливает, заметил певец. Беспокоит его также хронический гастрит и грыжа. Впрочем, назвать эти болезни редкими или опасными нельзя. Напомним, ранее поклонники считали, что на столь радикальные перемены имиджа Билана вынудила серьезная болезнь. Они предположили, что артисту предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит. Музыкант всего лишь готовится к новому проекту. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!